тебя завтра. Алекс. Алекс Стендл. Алекс Стендл, ты вызвал ураган. A new wave of exclusive, as if there's something new, kid. With a patient performer, the kid in the corner. We were just tuning you out. Ты странный? Не скажу объективно насчет странности. Что считает, что это спасет кому-то жизнь? Самоубийство не вариант? Знаешь что? Вообще-то вариант. Алекс Стендл. Вчера стрелял в себя. Сейчас он в критическом состоянии. 17-летний парень, огнестрельное ранение в голову. Пульс 120, кислород 40, давление 90/60. Падает.